Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр Герчев. Как вы знаете, один или два раза в год в различных городах у нас проходит съезд трейдеров клуба КРТ. В этом году город Москва 21 сентября у нас пройдет очередное мероприятие – съезд трейдеров клуба КРТ. Как вы знаете, на этом съезде вы сможете посмотреть различные стили торговли, услышать многих выступающих. Самое главное, вы сможете познакомиться с людьми, которые занимаются трейдингом так, как вы. Будут огромное количество выступающих, вы сможете посмотреть от того, как научиться торговать облигации, до того, как торговать на рынке акций, форексе или фьючерсами на любом рынке. Буду выступать я и многие другие трейдеры. 21 сентября, Москва, приезжайте, будем всех рады видеть.